скольки она разгоняется? Она очень резвая, Пит. Все мустанги резвые. Ее собрал Форд в сотрудничестве с Карлом Шелби. Это самый крутой автоконструктор в истории Америки. Она явно не местная, Питти. И, возможно, понятия не имеет, кто такой Карл Шелби. А почему она такая быстрая? У нее 900 лошадей под капотом. А это много? Ты смеешься? Питти. Она не из тех тачек, что можно пойти в салон и купить. Поверь, она одна такая на свете. А можно мне заглянуть? Конечно. Пять и восемь литров, алюминиевый блок, СВС с турбонаддувом и гоночные коллекторы. Агрегат, что надо. Такого я не ожидал. А уж я-то и подавно. Да? Потому что я женщина или потому что англичанка? Мистер Шелби построил первую кобру с кузовом английской фирмы AC Cars. И фордовской V-образной восьмеркой в 260 кубических дюймов. Но вы-то в курсе. Наша жизнь полна сюрпризов. И еще иностранок, которым нравится косить под безмозглых блондинок. Не обижайся. Обиделась. Зато я люблю Пирса Моргана. Так вы в паре работаете. Один многозначительно молчит, а другой вечно сыплет остроумными шутками. Приветик. 3 миллиона за нее слишком жирно, Дина. Такова ее цена. А что Инграм думает? За него обычно думаю я. 2 максимум. Нет, 3, ни цента меньше. Это абсурд. За 3 ее никто не возьмет. Это лучшая тачка, что я водил. Где ты ее водил-то? Ключи всю дорогу были у Тоби. Ребят, давайте я отвернусь и заткну уши, а вы пока договоритесь. Максимальная скорость. 180. 230. 230 миль? Теоретически, не обращай внимания. Я уже поняла, что вы не из болтливых, но может мистер Молчун скажет свое веское слово? 230 легко. Официальный рекорд NASCAR 228. Эта тачка быстрее. Завтра в 8 в Шипертоне. Покажешь.